Получил мужик зарплату $100, идет радостный домой и встречается с чертом, с настоящим чертом. Ну и тот ему говорит: мужик, я знаю, ты получил зарплату, хочешь, я тебе удвою ее? Ну, мужик говорит: давай, конечно, как это? Приводит он его в казино и говорит: смотри, ставь все свои деньги на черное. Ну, мужик растерянный: ты уверен, я не проиграю? Он говорит: слушай меня, увидишь, ты удвоишь эту сумму. Ну, мужик ставит на черное, выигрывает 200. 200, черт говорит: ставь на черное опять, удвоишь, выигрывает 400. И так, короче, ставит, дошел уже до полумиллиона. Ну и черт говорит: давай эти полмиллиона тоже ставь на черное. Ну, мужик боится, говорит: ты уверен, может, хватит мне полмиллиона? Он говорит: нет, ставь, увидишь, у тебя будет миллион. Ставит он 500 тысяч на черное и выигрывает миллион. Радостный, говорит черту: черт, почему тебя все считают чертом? Почему тебя считают все плохим? Ты же такой хороший, ты из обычного мужика сейчас сделал миллионера. А черт ему отвечает: я не знаю, кто меня кем считает, но такого фартового пи***ца я первый раз вижу.